что я вижу перед собой, мне представляется зал ожидания на большом вокзале. Скамейки, сквозняки. За окном бегут люди, они меня не видят, они спешат, садятся в поезд, в такси. Им есть куда и к кому ехать, а я сижу. Когда я была маленькая, мечтала только об одном — поскорее вырасти. А теперь даже не знаю, зачем это было нужно. И чего же вы ждете, Адель?